Я Трихэт. Успей подписаться на канал и поставить лайк за 5 секунд, иначе я приду за тобой и съем тебя. Я считаю. 1, 2, 3, 4, 5. Хей, ребята, всем привет! И на моем канале Середа Студио вышел новый мультик «Бегемот против Великой Матери Мегафон». Просто, друзья, нереально эпичная битва получилась, обязательно зацените. Ссылочка находится в описании. Ну и также, ребята, подпишитесь на канал Середа Студио. Хей, ребята, всем привет! С вами снова я, Слайк Маст и Дарк. И сегодня мы, ребята, продолжаем рубрику «Эксперименты». И сегодня, ребята, наш будет любимый эксперимент со ступеньками лестницы с новенькими монстрами Тревора Хендерсона в игрушке под названием «Гаррис Мод». Доброго времени суток, друзья! Смотрите, ребята, сколько новых монстров появилось. Трихэт, Деревоголовый, Великая Мать Мегафон, Большая Сирена. И, ребят, также появились маленькие. Это две стадии мультяшной овцы, Cartoon Sheep. И, ребята, четыре стадии нового мультяшного пса. Они действительно, ребят, все отличаются друг от друга, по крайней мере, по ХП, по силе. А вот, ребята, по скорости, по прыгучести, если честно, не знаю. Сегодня мы это, ребят, все проверим. Ну, короче, да, ребята, мультяшная овечка, мультяшный пес, новый обновленный, большая сирена, великая мать Мегафон и Трихэт. Вот такой у нас сегодня, ребят, будет просто мега эпичный выпуск, ступенек лестницы, с такими, ребят, очень-очень крутыми монстрами. Подписывайтесь, друзья, на мой канал, если вы еще не подписаны, жмите на колокольчик, и мы, друзья, прямо сейчас же начинаем. Я, ребят, играю сейчас за мультяшного пса, который съел 10 бананов, это, ребят, вторая стадия, это, друзья, первая стадия, это третья стадия, 50 бананов, это, ребят, ультимативная стадия, 100 бананов, видите, Ultimate Life Form, типа, ребят, сверхъестественная форма жизни, что-то в этом роде. Так, Дарк, ты готов испытывать его? А вообще он прыгает, подожди. Так, я тебя выиграл на ступеньках, смотри, смотри, слайд. Ну-ну-ну-ну. Я тебя выиграл на ступеньках и тебе. Прикольно, ребята. Ребят, он прыгать не умеет, вы понимаете? Он, ребят, прыгать-то не умеет. А как ты, Дарк, так залез, а? Он, ладно, я тоже. Так, сейчас. А, я застрял, ребят. А ну давайте, ребят, сразу же ультимативного испытаем. Если он, ребят, особо прыгать-то не умеет, то ничего, ребят, интересного на ступеньках. Значит, с ним нельзя особо провести. Так. Ну такой, ребят, довольно-таки интересный монстр. Правда, он, ребят, видите, застреет. Так, ребят, интересно, умеет лазить, а? Нет, ребят, видите, он не умеет лазить, блин. Так, давайте мы, ребята, старенького мультяшного пса испытаем. Кстати, да, ребят, мультяшный пес разделяется на две формы. Если что, это, ребят, не мультяшный котопес. Это одна из форм мультяшного пса. И это, ребят, форма мультяшного пса. Вот давайте мы за вот эту поиграем. Так, а ну-ка, Дарк. А ты что такой здоровый, давай, а? Давай. Так, а прыжок. Вот расти умеет, ты не сбой. А, не умеет расти, серьезно? Да. И как у тебя получается высоко забраться или нет? А ну-ка, ну, подрос, ребят. Конечно, но не особо. Ну не особо, да? Хорошо, ребят, понял. Так, ребята, прыжок. Давай, давай, давай. Вот, все отлично. Прыжок. Вот. Так, а лазить. О, точно, друзья, мы же умеем лазить. Вот. Это мега, конечно же, читерская способность. Так, Дарк, бери тоже старенького мультяшного пса. Догоняй, давай. Пишите, кстати, да, друзья, в комментариях, какой вам больше нравится мультяшный пес. Старый, вот этот вот. Или новый, Джерри. Как по мне, ребят, в битвах, конечно же, сильнее новый. Но, ребят, в этой рубрике сильнее, конечно же, старый, потому что он умеет, ребят, хорошо прыгать, лазить по стенам и так далее. Друзья, смотрите, что он умеет. Мы можем просто взять, спрыгнуть сбоку, да, вот здесь вот. Я буду первым, что это думается. Все, я пошел по стенке. Вот, ребят, смотрите, что он умеет. Мы берем просто и лезем по стенке. Не догонишь, не догонишь. Вместе, ребят, с Дарком. Так. Лезем. Что заходим мы, ребят, по стенке. Вот, все. Ай, упали вниз. Но это, друзья, не проблема. Не проблемка. Подходим. И залазим снова. Прикольненько, прикольненько. Смотрите, кстати, мы, ребят, как-то даже бочком, по-моему, идем. Так, все выше и выше и выше и выше и выше. Опа, она здорова, Дарк. Так, а ну-ка, давайте-ка мы, ребят, испытаем мультяшного котопса. Он, к сожалению, конечно же, лазить, ребят, не умеет. Он, кстати, ребят, вроде как бы наполовину кот, наполовину пес, вроде как бы, да. Но при этом, ребят, он все крутые способности так и не взял. Ни мультяшного кота, ни мультяшного пса. Он не умеет, друзья, лазить. Так. Вот. Прыжок. А, давай. Тихо. Прыжок. Так. Еще, ребята, выше. Прыжок. Вот, хорошо. Еще выше прыжок. Так, прыжок. Прыжок. И давай сюда. Ай, не падай. А, глаза сейвились, все хорошо.
Давай. Нет, ребят, не залезли. Так, ребята, запрыгиваем выше. Дарк, ты где? Сейчас буду. Давай, догоняй. Ну, кстати, ребята, он довольно-таки, смотрите, неплохо прыгает. Вот. Смотрите, мы, ребята, уже половину ступенек пропрыгали. И все, вот, блин. Повезло, как говорится. Это, ребята, к сожалению, предел. Ну, как так-то, а? Все, ребята, это предел. Смотрите, не получается выше. Давай, последняя, друзья, попыточка, прыжок. Нет, не получилось. Блин. Но, ребята, как по мне, довольно-таки все равно мы высоко забрались. Видите, ребят, где наш мультяшный котопес? Это, ребят, половина ступенек. А вот эти ступеньки, это, ребят, уже ступеньки для монстров побольше. А у меня мутированный котопес, смотри, я залезаю по стенкам. В смысле лазить по стенкам? А ну-ка, Дарк, дай. Вот. В смысле, как он лазит? О, в смысле, ребят, реально, смотрите, какой-то мутированный котопес. Офигеть, а? Реально, друзья, круто. А, тихо, что с ним, а? Ты же можешь сбоку зайти, что там. А, ну да, ребят, чем мы паримся, а? Мы, ребята, можем просто взять, подойти к самой-самой большой ступеньке и сделать вот так вот. И полезли. Кстати, смотри, этот котопес лазит у нас на руках, прям как кот. Это, ребята, все-таки, видимо, ребят, котопес унаследовал какие-то способности от мультяшного кота. Он, ребята, больше кот, а не пес. Хорошо, друзья, давайте мы теперь испытаем еще одного новенького мультяшного монстра. Это мультяшная овечка, Cartoon Sheep. Как по мне, довольно-таки, ребят, прикольный монстр. И мы его даже еще особо нигде не испытывали. И за него даже не играли. Ну и, ребята, мультяшная овечка имеет целых три формы. Обычная, безумная. И вот такая, ребята, овечка, которая бегает на четырех лапах. Так, а ну-ка, давайте, ребят, за вот эту самую прикольную такую вот поиграем. Так. За вооруженную? Она вооруженная? Вроде нет. А, я так за вооруженную поиграю. Давай, так, опа-на. Увидите, ребят, так себе, конечно, да залазит. Но в целом неплохо. Она ломает ступеньки. В смысле? Безумно ломает. А, так ты вот подо мной взял, сломал ступеньки, Дарк. Да, все, я заступил тебя. Так, сейчас, подождите. Так, давай-ка ты, Дарк, с другой стороны проходи. Вот все, ребят, сели. Так, сейчас, подождите. Тихо, прыжок. Прыжок. Еще выше. Интересно, ребят, насколько мы далеко залезем. Так, прыжок. Это все серьезно, ребят, максимум? А нет, еще нет. Смотрите, ребят, кстати, в два раза выше ступенька, и мы, ребят, просто берем и запрыгиваем. Или даже три раза, ребят, смотрите, больше ступенька мы взяли и запрыгнули. Неплохо она так прыгает. Так, походу, друзья, максимум за нашу мультяшную овечку. Она может уметь лазить? Нет, не умеет, к сожалению. Так, давайте мы, ребят, теперь за обычную поиграем. Музыка такая, ребят, вообще прикольно играет у нее. Она ломает все, даже обычная, говорю, да? Ребят, смотрите, даже обычная ломает все ступеньки, капец. Ребят, все. Она уже взяла и все почти ступеньки поломала. Ты можешь просто сквозь ступеньки пройти. Кстати, да, ребят, смотрите, можно просто так вот идти. И все ломать потихоньку. Ай, мы застряли там где-то. Короче, да, ребят, эта овечка не совсем предназначена для ступенек. Но в целом довольно-таки тоже, друзья, прикольный монстр Тревора Хендерсона. Мультяшная, ребят, овечка. Ну, теперь давайте мы, ребята, испытаем большую сирену, великую мать Мегафон и Трихеда, наших огромных титанов. Так, ребята, теперь большая сирена. Как ты, Дарк, думаешь, куда мы залезем? Да вот без понятия. Ладно, давайте, ребят, попробуем. Кстати, да, ребят, я тоже не знаю, куда мы сейчас залезем. Смотри, неплохо. О, ребят, все выше и выше. Давай. Давай, залазь. Вот, ребят, еще выше. Вот, еще, ребят, прыжок. Так, вот, еще. Давай, залазь. А, тихо. Сейчас, ребят, подождите, схватится. Угу. Чем выше, тем, ребят, сложнее. И последняя, друзья, ступенька. Да! Подождите, вот, все, залезли. Еху! Мы, а друзья, сделали. Интересно, ребят, мы сломаем эти ступеньки или нет? А ну-ка. Звуком? Угу. Годзилла, ребят, помню, ломала. Нет, не ломаем мы. Ладненько, друзья. Большая сирена неплохо справилась. Она, ребят, залезла прям на максимум. Да. Сиреноголова. О, ребят, еда. Еда. Ням-ням-ням-ням-ням. Еда, ребята, вкусная еда. Много еды. Кушать. Еще одного сиреноголового, ребят, съели. Так, и еще одного. Замечательно. Еще, ребята, одного съедаем. Так, еще. И, ребят, смотрите, всего их двое остается. Еда. И последний. Вкусно. Хорошо, давайте мы теперь, ребят, испытаем самого главного оппонента большой сирены. Самого главного противника, ребят.
Мегахорна, это великую мать Мегафон на ступеньках. Так, друзья, теперь великая мать Мегафон. Так, давай, давай, выше, выше, нифига себе. Так, ребята, давай, и залезли. Он же сделал быстрее это. Так, ребята, быстро, да, намного быстрее, чем большая сирена. Надо же убегать, большая. Получается, великая мать Мегафон победила на ступеньках. Но у нас, ребята, есть еще один прикольный монстр. Это, ребят, вы помните, кто? Это Трихед, или же Деревоголовый. Давайте мы теперь его сейчас, ребят, испытаем. А, кстати, вот он. Нифига себе, он, друзья, большой. А, интересно, ребят, Трихед сломает ступеньки или нет? А ну-ка, давай-ка, зайди до них. О, нифига себе. Что? Ну. Так, Дарк, а ну-ка. Немножечко подвинься, подвинься. Давай. А, ребят, ступеньки слишком маленькие для нас. Все. Но ты же понимаешь, что на этой карте может быть только один. Но. Капец, друзья. А мы, конечно, друг друга, ты видишь, вообще никак не можем убить. Мы же братья с того, получается, да? Короче, да, друзья, Трихед, он всех победил. Он, ребят, просто за секунду залез на ступеньки. Но вы, ребят, посмотрите на его размер. Он, ребята, больше, чем ступеньки. Полтора раза. Кое-что хочу проверить. Давай, давай, проверь. А на четвереньках он заберется? На четвереньках давай. Так. Получается? Да. На изи, ребята. А ну-ка, теперь моя очередь. Так, давай, давай, Дарк, подвинься. А, я застрял. Давай, давай, подвинься, подвинься. Вот, все. Получается, да, ребят, Трихед забрался на ступеньки. Причем он, ребят, сегодня победил. Он, ребят, просто это за несколько шагов сделал. Большая сирена, ребят, забралась. И великая мать Мегафон тоже. Но, ребят, маленькие монстры, конечно, хотелось бы получше, чтобы они, ребят, забирались. Но на то они, ребят, как бы и маленькие. Короче, да, друзья, вот такая у нас сегодня прикольная серия получилась. Сегодня, ребят, Трихед, большая сирена, великая мать Мегафон, мультяшная овечка и мультяшный пес новый пытались забраться. Некоторые даже, ребят, забрались на ступеньки лестницы. С вами были я, Слайк Мастер Дарк, и рубрика «Эксперименты в Гаррис Моде». Всем, друзья, пока-пока! Всего хорошего, народ!